Приветствую вас, дорогие друзья! Совсем недавно произошло трагическое событие. Ушел из жизни Рудольф Давыдович Фурманов. Удивительный человек, влюбленный в театр, в мир искусства, живший творчеством. Человек, который создал театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. Я хочу сегодня еще раз выразить свои глубокие соболезнования семье, близким Рудольфа Фурманова. Я хочу выразить соболезнования всему театру и всем тем, кто работал с этим удивительным человеком. Мне посчастливилось тоже общаться с ним, быть знакомым, неоднократно бывать на премии «Фигаро», пожалуй, самая душевная, самая актерская премия нашей страны. Я хотел бы сегодня присоединиться к тем, кто напоминает: театр имени Андрея Миронова должен жить. Он должен во имя памяти Рудольфа Фурманова и Андрея Миронова продолжать работать. Прежний репертуар, запланированные новые спектакли. Все это обязательно и обязательно должно происходить по намеченному творческому плану. Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги. И не мешать царям друг с другом воевать. И горя мало мне, свободно ли печать морочит олухов? Или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура? Все это, видите ли, слова. Мне бы очень и очень хотелось, чтобы этот театр радовал всех нас. Пожалуйста, берегите театр имени Андрея Миронова. Пожалуйста, знайте, это настоящая жемчужина культурной жизни Санкт-Петербурга. Этот театр – намоленное место. В нем энергия великих людей, которые там бывали в качестве гостей, зрителей. В этом театре энергия и талант прекрасной труппы, которую собрал Рудольф Фурманов, артистов, которые очень его любили и которых он очень любил. Во имя любви, во имя искусства, во имя творчества и во имя памяти, пожалуйста, помогайте театру «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, который должен жить. Ваш Александр Олешко. Виктор!